В Караганде будет построен завод комплексных сплавов. Это совместный казахстанско-китайский проект, который вошел в карту индустриализации. Строительство завода начнется весной этого года на территории специальной экономической зоны Сарыарха. Реализация проекта привлечет в область свыше 80 миллионов тенге инвестиций. На предприятии будут созданы около 3000 рабочих мест. Планируемая производственная мощность завода – 600 тысяч тонн ферросплавов в год. Спрос на ферросплавы ежегодно увеличивается, так как повышаются требования к качеству стали. Новое предприятие потребует строительства дополнительной железной дороги. Бизнесмены, в свою очередь, обязуются уделить внимание социальной инфраструктуре села Доскей, близ которого располагается СС Сарыарха. Здесь будут привлекаться возможности китайской компании, компании Sinosteel. Это производитель, современный производитель печей. Значит, там на проекте планируется использовать порядка 28 печей, которые будут сделаны именно в китайской компании Sinosteel.